Всем привет. Вот разложили мы срубчик по позициям. В предыдущем видео. Видео уже долго не выходило, все, некогда было. Разложили, посчитал я. И у меня где-то стеночки не хватает. Одной. Вот сейчас, думаю, отправиться вниз по течению. Там еще на слиянии Чути с Ухтой я видел два бревнышка. Сейчас мы с Тимошкой отправимся вниз добывать их. И одно на мосту. Но оно в завале сильно зарыто. Посмотрим, лебедку возьму, может, вытащим. Сейчас будем грузиться и отправляться дальше. Там одно бревно видел, на обратном пути, может, возьмем. Тут даже вон не проехать, даже до сюда.
Оп, я даже цепанул за это бревнышко. Вот тут вот завалил, у меня где-то бревно, а я видел. На обратном пути попробуем, я лебедку взял. Сейчас до нижних съездим, до слияния. Чути. Вот наша труба заводская. Завод «Прогресс». Подъезжаем, ребят. Вот этот островок. Берег там илистый. Тяжеловато будет вытаскивать. Посмотрим. Два бревнышка. Мы вот здесь с утренней пробежкой занимаемся немножко. Я увидел с берега. Вот там на островке завалы. Мелко. Ладно. Вот там завальчик, и в нем мои бревнышки. Болото. Чистое болото. Где-то здесь я видел. Сейчас увидим. Не думаю, что здесь кто-то их смог взять и распилить. Так, одно вижу, два. Вот два. Два бревнышка. Вот такими вот поисками. Это мы сейчас вытащим. Возьмем. Еще посмотреть, может, где не увидел. Вот за дровами, куда надо ездить. Вот еще одно вижу. О, уже три. Поработать придется. Не по-детски. Ну, пилу взяли. Вон там дальше. Нет, там не калиброванный. Вот еще один мой. Зацепим. Зацепим. Развиваемся и работаем. Там подальше, потом прогуляюсь, посмотрю. Некогда, надо работать. Ну, три штучки уже хорошо. А то у меня там в одну стенку полностью по плану получится только окно. Надо ж как бы так бы, чтобы все было. Ну ладно, ребят, буду я работать.
Что случилось? Сейчас зашибу. Вот так вот. Три бревнышка. Уже хорошо. Сейчас поедем на мост. Попробуем четвертое вырвать. Бог даст, все получится. Три бревнышка уже немало. Уже окошечко поменьше. Вот так как-то. Отъезжаем от этих завалов. Поедем на мостик. Тут довольно мелко. Мы уже немножко пригрузились. Ну вот комячечка. Ионные же плюсы. Вот подо мной, ну, сантиметров 15-20. О! Положили, она как шла, так и идет. Ладно, до моста. Ух ты. Неудачно. На камушек налетели. Из-за тебя, Тимоха, что не кричал. Так, спустимся вниз. Одна лодочка. Так, сейчас посмотрим. Если больно опасно, не буду я, наверное, мучиться. Это я видел.
зажало, что ничего у меня не получится. Практически да. И там немного держит. Вот, парни, с места сорвал. Сейчас ребеточку ослабим. А то я уже все, можно сказать, здесь останется. И вот иконоход. Его не завалывается. Блин, это опасно. Дается, еще пришлось перевязаться. Там длинный конец. Никак вывести не может. Как бы лучше дотащить его. Сейчас выдернем отсюда. 6-метровое ли оно случайно? Thank you.
Да, точно 6-метровая. Метровая, парни, решил я его здесь скинуть и думаю там на лодочке сюда подплыть, может что-то получится. Так я его не закину, просто не дотащу. Как оно уплыло, 6-метровое, ну, хорошо поймали. Вот так вот у меня, короче, парни, получилось. 6-метровая. Сейчас воды вот мотор поднял, не будет, наверное, хватать. Но попробуем, а там еще вот мне. Главное, Тимоша лодочку спокойно высел. Что-то он в этом маленько капризничает. 6 метров вытащили. С завала. Эти три намного легче дались. Тихонько поедем. Ну вот мы отъехали. Все, теперь до сарая. Домой приехали. Вот такая сегодня заездочка получилась. Вот устал я, малеха. Сегодня вытаскивать не буду. Сейчас лодочку разгружаю. Все сношу. И домой надо отдохнуть. Немного сегодня подустал. Ну, по крайней мере, 4 баланчика уже к стеночке. Плюсик. Все ближе, что домик соберется. Фундамент сделаем. Тихонечку все сделается. Вовремя я успел, ребят, дождик начинается. Сейчас занесу это все по мелочи. Бревнышки оставлю. Потом или с Саньком, или сына позову. Вытащу. Главное, что я их поймал. Даже 6-метровая. Это вообще замечательно. Домик потихоньку нарисовывается. Ну что, на этом я буду заканчивать, ребят. До встречи. Всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Счастливо!